Всем привет, ребята! И вы на канале Kids Game Show TV. И мы продолжаем играть в игру «Разбуди коробку», пятая часть. Давайте скорее будить нашу коробку. Ох, Лукшина у нас и любит спать. Ну что, коробочка наша, давай-ка с тобой тут что-нибудь такое интересненькое-то придумаем. Ой-ой-ой, даже не представляю, что тут у нас будет. Ну, давай что-то пробовать изображать тут. Так. Нет, не пойдет это. Это все не то. Давай-ка с тобой возьмем вот так. Вот так. Нам нужно столкнуть нашу коробочку, Соню эту. Дрыхнет она у нас тут. Вот так. Угу. А теперь нам должны помочь наши свертушки. Все, ура, разбудили мы коробку. О, да нам с тормашками-то. Ой-ой-ой, сколько ракеток. Давайте попробуем мы сделать тут подъемчик. Посмотрим, как он у нас тут будет держаться-то. Вот так. Давай крепляйся сюда. Вот сюда. Замирай. И вот так. Ой-ой-ой, упал. И что же мне тут нужно сделать? Ой-ой-ой. Как же мне направить-то нашу ракетку? Куда же она должна отлететь? Ребята, а давайте-ка попробуем что-нибудь изобразить интересное. Посмотрим, могут ли наши ракеты только круги или нет передвигать. Ну-ка, давай-ка вот так вот обходим. Такую вот нарисуем. Так, давай, поднимай коробку будем. Унесли коробку. Играем дальше. Ребята, а давайте мы с вами попробуем задействовать нашу ракету. Ведь у нас уже с вами получалось. Так, нарисую. Теперь, ракета, ты нам поможешь. И давай будить коробку. Ура, коробочка проснулась. Ну что, ракета нам ведь всегда помогает, правильно? Правильно. Теперь давайте что-нибудь... такой вот нарисуем. Ой-ой, ракета наша вниз. Нет, нам такой номер не пройдет. Раз наша ракета двигается только вниз, давайте ей нарисуем вот такую. Нет, эх, маленькая, мне нужна побольше горка. Хочу нарисовать, так дайте мне, буду рисовать вот такую вот горку. Так, стоит горочка, да? Ага, и что же мне тут нужно? Такой перевесик сейчас сделаем. Так, цепляем нашу ракету. Давай-ка, давай-ка, вот так, вот так, вот так. Ишь ты, покемоша, просыпайся! И все-таки, какая же у нас хитрая коробка. Захотела выспаться, спряталась тут от нас. И сидит себе, потихоньку дрыхнет. Но нет, коробочка, поверь, у тебя это не получится. Сейчас мы тебя и тут разбудим. Вот, я же обещала. Ой-ой-ой, ведь наша коробка спряталась в бункер. Но тут не тут-то было. Слышит какой-то звук дрели. Бзззз. А тут у нас к ней подобрался крот. Ведь крот же подземный житель, и ему тоже интересно, что ж происходит под землей. Ну, коробка наша, ты не дрыхни. Что же у нас тут? Ага, у нас с вами даже же камушек есть. Дыц, и упала. Да уж, из чего же мне тут начинать? Что же мне тут рисовать? Давайте вот так посмотрим, что же у нас. Наденьте этот камушек. Да, к сожалению, камушек нам мешает. Ребята, а у меня есть идея. Раз этот нам камушек мешается, давайте-ка мы уберем. Все, улетела наша ракета. Вероятнее всего, нам тут нужно сделать что-то наподобие горочки снова. Ну что ж, без горок нам и играть-то не получается. Так, давайте вот так. Ну что, у нас получится? Давайте посмотрим. Ой, даже не знаю, что у нас из этого выйдет.
Ну давай, кружочек, давай. Эх, никак. Нет, что тут кружочки у меня тут. Много каши ели. Так. Эх, ну давай, давай, толкай. Вот, видите, уже лучше. Уже просыпается наша коробочка. А мы вот сюда кружочек нарисуем. Ну что ж, кружочков. Ну вот, уже лучше. Так, давайте. Эх, ты вообще какой-то маленький, ни о чем. Так, давай посильней. Коробка наша не поймет, что ж тут происходит. Ладно, коробка. Ух ты, дрыхнешь. Ты у нас что, в роль Санта-Клауса? Присела там отдохнуть. Но не тут-то было. Сейчас тебя разбудим. Вот, уже точно. Готовься. Ох, чуть-чуть осталось, да? Давайте еще чуть-чуть. Что ж это за коробка-то такая вредная? Вот, даже по голове. Вот, 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 другое дело. Отличненько. Ну что, ребята, давайте мы нашей коробке придумаем что-нибудь интересное. А давайте мы и нарисуем. Вот так. Нет, мне нужен не этот инструмент. Я хочу вот такой вот крючок нарисовать. Может быть, у меня получится. Ну что, давай, 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 давай. Эх, тяжела наша палочка. Пытается ракета взлететь, пытается, но никак. То-то тяжелую штучку нарисовала. Ладно, убираем, отпускаем нашу ракету. Давайте мы попробуем нарисовать вот такие вот тут палочки. Главное, чтобы они у нас еще не завалились. Ага, стоит, отличненько. Теперь давайте, ой, не туда, не туда рисунок-то пошел. Хочу вот тут рисовать. Точнее, мне тут нужно. Так, вот так. Закрепили. Теперь тут. Давайте. И вот так. Отлично. Ой-ой-ой, только не падай. Так, теперь давайте тут будем закреплять. Сейчас как изобразим. Ну, должно, надеюсь, все у нас получится. Все. Теперь нам нужно запустить нашу ракету. Наша ракета без кружочков не летает. Не ракет. Так, ты нам тут никак, да? Давай, убираем ракетку. И вот эту убираем палку. Все, коробка, просыпайся. Ай-яй-яй, коробка эта. Она как дрыхнула, так и дрыхнет. Ну, в принципе, идея-то у нас была неплохая. Давайте попробуем еще с вами нарисовать. Так. Да что ж ты такое-то, а? Вот, не хочешь сюда рисунок идти наш? Ни в какую. Давайте снова повторим наше. Значит, в этот раз мы ракету запускать не будем. Она хоть у нас и есть, но для чего она? Что-то я немножко не пойму. Так, вот так. Главное, чтобы не завалились. Все. Стоять, не падать. А давайте мы немножко потяжелее палку-то нарисуем. Вот так. И вот так. Все. Ну что, попробуем. Убираем. Коробка, просыпайся, просыпайся. Отличненько. Уровень пройден. Ой-ой-ой. А это что у нас тут за чудо-юдо? Ну, если есть ракета, сейчас мы... Запустим. Ай-яй-яй. Не тут-то было. Ну, чуть-чуть нам не хватает, да? Ладненько, все понятненько. Улетай, ракетка. А мы с вами сейчас будем рисовать. А будем мы рисовать вот такую вот-вот. Крючочек попробуем. Ну что, ракета, давай-давай-давай. Эх, чуть-чуть не хватает. Убираем, отпускаем нашу ракету. Возьмем пониже. И вот так вот. Ну что, как вы думаете, хватит? Ой-ой-ой, много нарисовала. Да что ж это такое? Давайте не до конца, вот так. Что, получится? Эх! Так, я уже начинаю злиться.
Пора бы нашу коробку уже будить, а у меня это пока не получается. Ну давай, коробка! Ну давай, 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 давай! Ох, эта коробка-то какая! Да уж, наверное, все-таки нужно будет потоньше нарисовать. И немножко подлиннее, но как же нам-то пропорции наши соблюдать? Даже не представляю. Давайте вот так. Вот так. Носик мы сделали. Ай-яй. Нет, улетела. Отпустила я мышку. Давайте вот так. Нет, вот чуть-чуть вот так. Вот так. И погнали. Может быть, у нас сейчас что-то получится? Коробка. Снова не то. Ну да, давайте попробуем до конца. Хотя нет, давайте попробуем поближе к елочке. Что-то у нас же должно получиться. Так, вот так. Будет наше тоненькое изобразительное искусство. Коробка, просыпайся! Отлично! Уровень пройден. Ну что, коробочка моя, сейчас тебе тут попробуем что-нибудь изобразить. Ох, это изобразительное искусство. Давай-ка. Главное, нам бы вот этот вот камень бы обойти, чтобы тут не застрять так ненароком. Ой, не знаю, получится у нас или нет, но мне кажется, должно получиться. Ой-ой-ой, тяжеловато у нас получилось, тяжеловато. Ничего, сейчас мы все исправим. Делаем потоньше нашу рамку. Надеюсь, получится. Так, давай-ка. Вот так. Ну, коробка, давай. Не подведи. Хватит дрыхнуть. Пора время просыпаться. Коробочка. Ура! Мы ее разбудили. И она стала сидеть на своем месте. Давайте скорее переходить на следующий уровень, чтобы посмотреть, а что тут у нас за коробочка, да? А у нашей коробочки тут даже есть подушка. Ох, коробка. Тебе хоть бы хны, да? А если шарик? О, а если другой? Просыпайся, кто живет на крыше дома моего? Коробка, которой хоть бы что. Ничего нашей коробочке не страшно. Давайте нарисуем ей вот такой вот крючок. Посмотрим. Ну что, получится? Нет. Коробка моя, ну должен же тут быть же какой-то самый элементарный вариант, чтобы тебя разбудить. Давай-ка нарисуем вот такое вот облачко. И... хоть бы что. Сейчас вот такой вот огроменный. О! Разбудили. Ой-ой-ой, вот наша коробка, не выспавшаяся, усталая, идет, бредет. Нашла она что-то, берлогу медведя. Забирается к берлогу медведя. А Мишка ее как испугался, как убежал. Коробка забралась спать в берлогу медведя. Мишка горюет. Да, вот эта коробка наша тут выдумала. Как же нам до нее-то добраться, чтобы ее тут разбудить? Нарисуем мы снова тут крючочки, загогулинки. Ну что? Давай, давай, просыпайся! Отлично! Хорошее начало! Что сказать? Угу. А где же тут нам что нарисовать? Ох, нарисовали камушек. Упал. Ну что, коробка моя? Сейчас попробую что-то изобразить. Раз у нас не получается что-то опустить вниз, давай-ка мы с тобой бери вот так вот, гибнем. Давай-ка. Ой-ой. Ой-ой, мне кажется, сейчас это мое задание упадет. Нет, коротковато будет. Давайте попробуем побольше. Мне кажется, я догадываюсь, что тут нужно сделать.
Вот так. Тоже слабенькая. Ох. Непросто нам тут будет. Ой, непросто. Вот так. Во, наверное, нормалек будет. Так. Давай-ка. Ой, чуть-чуть не дотянулись. Вот, отлично, все, разбудили. Вот эта коробка тут у нас забирается. Да уж, любит она у нас тут прятки поиграть от нас. Что же мне такого тут придумать? Ну, наверное, это будет выглядеть вот так. Так. Нет, уже не так. Вот так. Так, и вот. Нет, снова не так. Что-то я даже не пойму. Что же мне тут нужно будет изобразить? Нет, так дело не пойдет. Явненько. Значит, изображаем вот так. Ну, попробуем. Если это у нас перевесит. Вот так. Ох, чьи-то ножки. Вот, отлично, ура, мы ее снова разбудили. Ой, коробочка, мы от тебя просто так не отстанем. Ну, ракета, давайте с вами попробуем по-другому немножко сделать все. Вот так, преградим путь. О, отлично, все, прекрасненько. Теперь давайте вот так с кружочков. Кружочки наши куда-то бьются не туда. Давай, давай, толкай, толкай короб. А вы тут мне висите. Так, дело не пойдет, явно не пойдет. Ну, давайте, чья ракета пошустрее? Вот, вот, отлично, разбудили коробку. Надоело нашей ракете. А как же тут-то быть? Да уж. Вот это наш Мишка плюшевый забрался. Ой, мой плюшевый медвежулька. Сейчас я до тебя доберусь. У меня тут есть план. Готовься, медвежонок. Сейчас я тебя тут устрою. Так, вот так. Пройдет? Пройдет. Теперь сделаем вот такую вот ракетку. Толкаем. Убираем наше препятствие. Так, стоять. Ага, давайте, давайте, давайте. Толкаем. Так, ну давайте пошустрее, пошустрее. Ракета, не подведи. Отлично, разбудили мы нашего медвежонка. Вот она, наша коробка, проснулась. Отлично, вся игра пройдена. Ребята, кому нравится эта игра, ставьте лайк. Не забывайте подписываться на мой канал Kiss Game Show TV, чтобы не пропустить новые приключения. Коробки наши.